Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро Золотой Зари. Сегодня мы рассмотрим такой расклад. Осознал ли он, что причинил вам боль? Итак. На самом деле он испытывает такую сумасшедшую любовь по отношению к вам, что ему бы самому бы там не спится на радостях, да. Он зарабатывает деньги, понимая, что чтобы себе позволить вас, у него должны быть средства. У него очень сильное сексуальное влечение, намерение в плане вас. Очень сильная сексуальная энергия, он готов двигаться в вашу сторону. Он понимает, что ему придется держать отпор в плане какого-то там вашего спора и ваших наездов, да, но он готов что угодно вытерпеть, лишь бы только вы никуда не делись. Понимает, что был любовный треугольник, что он виноват, что он там где-то заигрался. Он считает, что там не было ничего серьезного, потому что вы для него, ну, прямо скажем, такой эталон амазонки, который умеет зарабатывать деньги, и выглядит, и строит карьеру, и он вами может гордиться. То есть сильно особо-то не кается, да? Но понимает, что попадет, и готов терпеть все ради своей большой любви к вам. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, мы рассмотрим вашу ситуацию.